Баптистский пастор заявил об участии в выборах президента США. Стал известен следующий претендент на пост главы государства. Им стал Майк Хакоби, баптистский пастор, который накануне объявил о своем участии в выборах президента США. «Я научился управлять и вести за собой», — заявил Хакоби, выступая в своем родном городе Хоуп. В своей речи он призвал заменить федеральные налоги налогом с продаж, раскритиковал торговые соглашения США с другими странами и выступил в защиту программы социального страхования. Как сообщает USA Today, Хакоби начнет кампанию в Айове под лозунгом «Заводы, фермы и свобода». Затем он отправится в Южную Каролину, где выступит с речью об экономике. Майк Хакоби был губернатором Арканзаса с 1996 по 2007 год. Он баллотировался в президенты в 2008, выиграл праймерис в 8 штатах, но затем снял свою кандидатуру. Хакоби пользуется поддержкой консервативных религиозных американцев. Он получил образование в Баптистском университете и семинарии.